Объединенной центральной бухгалтерии. Вот, может быть, не знаю, как к специалисту к вам обращусь, к человеку, который возглавляет контрольную счетную палату и занимается непосредственно проверкой всех финансовых перемещений. Вот вы работаете у нас давно уже, и у вас есть опыт сравнить до объединения, работу центральной бухгалтерии до объединения и после объединения. Вот, на ваш взгляд, эффективность после объединения, она увеличилась или снизилась на пару? Вот ваше мнение просто, как эксперта, в своей области. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, еще работа далека от совершенства, вот, объединенной бухгалтерии. Когда я выступала на публичных слушаниях, результаты внешней проверки бюджетной отчетности, ну, я немножко отойду сейчас от отчета за 2021 год, ну, как бы, если вы уже задали про централизованную бухгалтерию, ну, просто хочу сказать, что когда мы проводили внешнюю проверку в этом году за прошлый год, мы увидели, что те замечания, которые делали в рамках предыдущей проверки, к сожалению, они повторились. То есть, вот я сейчас вам говорила, во время внешней проверки были выявлены нарушения методологии порядка формирования, и тогда централизованная бухгалтерия, она как бы только начинала свою деятельность, это была первая бюджетная отчетность, мы как бы дали им замечания, но вот так получилось, что мы увидели, что вот эти замечания, они не устранены. Также мы в прошлом году отмечали, что есть риски недостоверности там, по некоторым показателям бюджетной отчетности, как бы надеялись, что отнесется со вниманием, но в этой проверке, естественно, мы углубились в эти показатели, как бы проверить, насколько же, ну, то есть прям уже целенаправленно, и в первичный документ, и увидели, что там искажение отчетности, незначительное нарушение бухгалтерского учета, но тем не менее это административное правонарушение. И мы, соответственно, составили протокол на план бухгалтера централизованной бухгалтерии и ее привлекли к административной ответственности мировой судья в виде предупреждения. И мы со своей стороны уже в этом году направили представление. Представление – ненормативный правовой акт, обязательно к исполнению. Поэтому я надеюсь, что все-таки обязательно проработают. Ну, знаете, как бы моментов может быть много, ну, кадры еще может быть новые, такое же тоже было. Поэтому пока вот сказать, что улучшилась работа, к сожалению, я не могу. Но вот буквально сегодня утром пришел ответ на наше представление, которое мы в бухгалтерии направили. И, конечно, я надеюсь, что мы увидим результаты на следующий год, прям очень надеюсь, потому что мы, ну, как бы по представленным документам увидели, что и совещание было проведено сотрудниками, закреплены ответственные, очень много привлечено, начиная главный бухгалтер, и кто-то из начальников отдела, передовых сотрудников, дисциплинарной ответственности. Ну, то есть вопрос проработан. Я думаю, что, ну, как на ошибках учатся, я надеюсь, что на следующий год это будет ситуация уже лучше.